Привет, дорогие подписчики, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить The Darkness. Мы находимся в турецких банях. И что тут делать, я, честно говоря, не помню. Но мы вроде как идем к Шроту, я не играл опять пару дней, так что сейчас будем вспоминать маленько. Дни были насыщены, поэтому я вообще не помню. У меня в голове все абсолютно стерлось, что там было по игре. Так что придется вспоминать. Так, ну это кнопка вырубать. Тут у нас... Тут у нас ловушка, понятно. Так, что я тут делаю? Там у нас вещь лежит. Я помню это место, мы чуть-чуть подальше, то есть, когда последний раз заканчивали, остановились чуть подальше, вон там. И, блин, какое же в этой игре все-таки неудобное управление. Как в желе каком-то ходишь. Так, как мне интересно обезвредить эту ловушку. А давайте тупо пробежим. Да. Вот таким макаром, короче, мы решили. Так, тут у нас коротит электричество вон оттуда. Для этого нам нужно вот это, по-моему, прострелить. Так, все с водой порядок. И теперь, не то что давеча, теперь нам нужно сюда. Так, возьмем пистолеты. Давайте-ка камикадзе отправим, пусть он там... Иди ловушки разминируй. Ну? Чё-то не хочет. Давайте всю эту убийцу сделаем, он всяко туда попрёт. Вот, хорошо. Иди дальше. Не хочет. Охрен с вами. Ладно, аккуратно. Да что такое творится? Так, а вот тут мы остановились. А тут что-то, блин, у меня был какой-то затык. Но я уже просто был уставший и не знал, что тут делать. А вообще вот тут подсвечивается, так что нам, скорее всего, вот сюда. Нашей змейкой. Так, давайте ее направим. Нет, как там это делается у нас? Какая-то ересь полурелигиозная. Так, как мне открыть эту дверь? Так, блин, как тяжело ориентироваться. Алло, давай, кушай. Не хочет кушать. Это плохо. Что-то вообще такое? Help me! Now it's not my time, Lord! Хрен поймешь, куда я попал. Я не совсем понимаю, что тут делать. Вообще, по идее, мне нужно отгрызть замок, я думаю, но как это сделать? Хрен его знает. Продвинулся, называется, со свежими мозгами. Так, давай-ка возвращайся. Ой, сколько я тут уже наловил. Так, хорошо, тут у нас ловушка. Давайте ее активируем. Сейчас пойдет газ, нам нужно выбираться. Газ маленько пройдет, а потом уже будем думать дальше, что нам делать. Других вариантов вроде как я не вижу. Мне как-то что-то с этой змеей нужно сделать. Но как и что? Вот это другой вопрос. Так, давай уже быстрее. Блин, ты так и будешь идти, что ли? Давай, лезь. Да, проблема какая-то опять. Так, братюнь, ну давай, открой мне двери. Ну давай, ну. Ой, я путаться уже начинаю. Так. Ну я... А, вот. Все, наконец-то. Возвращайся. He's unclean.
Ой. Что происходит? Куда я попал? Почему все тормозит? Так, бронированное стекло. Ну, для начала, я думаю, мне лампу надо будет как-то вот так. Динамит. Хорошо. Что происходит? Что я тут делаю вообще? Так, тут нас заградило, что ли? А нет, могу пройти. Блин, что-то бардак какой-то. Я с трудом понимаю, что вообще происходит. Еще игра тормозит по-страшному опять. Да ладно, сейчас разберемся. Так, ничего по новости это дело. Еще понимать, как я в прошлый раз это сделал. То есть открыл дверь. Ладно, сейчас разберемся. Уже вроде более-менее понятно. Вот так вот, да? Открываем. Выходим. Так, свет выключен. Надо быть осторожнее. Каким-то макаром... блин, что с ним делать? Может, через эти? Скорее всего, кстати говоря. Так, куда мне встать? Где-то безопасное место. Возможно, здесь. Давайте подождем маленько. Что-то он не кидает даже ничего. Ну ладно, вроде нормально. Давайте выбираем змейку и поперли. Поперли как же. Подвиньтесь, слышь. Возвращайся. Так, может быть, мы сможем пройти вот так. Ой. Блин, да что ж ты тупишь? Ага. Так, хорошо. Подожди. На эту стену он не лезет. Понятно, в это отверстие он залезать, к сожалению, не считает нужным. Ладно, попробуем что-нибудь иное. Короче, он там отгорожен. Попасть я к нему змейкой никак не могу. Может, мои мега-пушки теневые как-то с ним сдюжат. Тоже нет. Так, кто это там у нас в сети? Надо было из Ориджина выйти. Ну ладно. Подожди, а вот этот может... Хрен поймешь. Так, аккуратно. Он сюда закинул, по-моему. Так. Что-то серия какая-то сегодня. Не сказать, что понятная. Уф, ладно. Давайте, знаете, как сделаем? Я как решу, что с ним делать. Я просто включу запись, потому что вся сплошная... Начало серии, все полностью идет. Какой-то сплошной затуп. Я думаю, это не будет интересно смотреть, так что вернемся, как я решу этот ребус. Продолжаем. Что-то придумалось. Короче, я не заметил сразу, но здесь вот такие вот замки есть. Мы их отстреливаем. И что это нам дает? И все, что ли? Фу, да просто. Так, только я... А, все, наконец-то. Я, надо сказать, долго думал. Совершенно не заметил, как-то не приметил то, что такие замочки висят. Да ладно. Для вас это все равно не так уж и долго было. Хорошо. Тихо. Получена черная дыра. Левая змейка, кстати, лох какой-то. Постоянно правая, все сердца сжирает. Так, что дает черная дыра? Давайте попробуем. Куда-нибудь вот сюда ее запулим. Ну-ка. А, это та штука из в начале, когда первый раз тьма к нам пришла.
И она сразу разряжает полностью все силы тьмы. Ну, это типа супероружие ультимативное какое-то. И сдается мне, с ее помощью нам нужно сюда пройти. Да, именно так. Хорошо. Я вообще не помню, что это было, честно говоря. На кой хрен они это сделали? Как-то это выбивалось из общей истории, какой-то сектант непонятный на стуле. Что он на этом стуле делал, вообще непонятно. Так. Нужно подзарядить маленькую тьму. И тогда у нас все будет хорошо. И все в жизни получится. Хорошо. Я рад, что это все так просто решилось. Ой, тихо. Иди куда-нибудь вон туда. Не надо меня резать. Его на трубу закинул. Вообще, пока что самое полезное приобретение — это именно вот это вот щупальце. Оно и как оружие, и тушит свет, то есть очень удобно. По-моему, вещи просто прекрасные. Остальное все как-то без него можно обойтись, а вот эта штука натурально незаменимая. Так, что мы тут делаем? Подожди, ты где? Нам не сюда. Нам, видимо, вниз. Хорошо. Да хватит жечь. Так, еще одна вещица. Надо будет по телефону потом поговорить с ней. Давненько мы уже этим не занимались. А там довольно забавные такие вещи. Турецкие бани. Мы, видимо, пришли, куда нам нужно. Хорошо. These are the old Turkish baths. Short secret warehouse full of stolen evidence. But I got a little birthday surprise waiting for me. Courtesy of good old Butcher Joyce. All I gotta do is get through half a legion of bank cops, find that suitcase and bring it back to Butcher. Расплюнуть. Очень просто. Мне, конечно, не очень нравится слово «легион полицейских», потому что здесь пара-тройка врагов — это уже довольно серьезная опасность. Убивают с одного-двух выстрелов. Ну, как правило, с двух. С одного это я все-таки загнул. Манучи был здесь. Что ж, я рад за него. Не хрипи. Так, там я был. Здесь, видимо, опять черную дыру надо. Да, вот так. И куда-нибудь ее вот сюда. Так, посмотрим. Сработало, нет? В принципе, да, сработало. Хорошо. Это что за труп? Какой-то расчлененный. Давайте-ка мы призовем камикадзе. Как пишется слово резня, говорит. Потому что сдается мне, что сейчас вот будет у нас жаркая перестрелка. Тихо. Ой, бляха, ну ты подождал, чтобы я отошел как-то, что ли? Как знал, что он тут пригодится. Вызвал его. Так, ладно, отсюда я проникну. Так, ну вообще, похоже, нам нужно вот сюда. Что у нас было в ту сторону тогда, по дороге? Возможно, там какие-то ништяки лежали. Потому что у меня сейчас по оружию, честно говоря, довольно печально все.
Или что это такое? Так, да, здесь просто вещь лежала. Понятно. Почему Эмиль? Покачено. Так, эта дверь у нас, я так понимаю, не открывается. Хорошо, возвращаемся быстро обратно. Мне все интересно, можно здесь как-нибудь быстро бегать? Пока что я такой кнопки не нашел. То есть на стике, допустим, нажимаешь, на которых обычно бег, а тут это не срабатывает. Остальные кнопки тоже ничего особо не делают. Ну да ладно. Запись. Калашников. Калашников — это хорошо. Его и возьмем. Хардрок. У-у-у! Сколько вас тут? Че пикает? Блин, они меня заметили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вы твари, что там, не охренели ли? Вас там на скольких этажах-то? Давайте-ка мы им сделаем черную дыру. Интересно, она смертельная? Вроде как да. Так, теперь подзарядимся. Возьмем дробовик на случай, если они побегут сюда. Интересно, где он носит все это оружие? Под плащом, что ли? Так, тихо. Ой, блин, об стенку зацепилась прицеливанием эта штука. Ну, вроде кого-то присосало, да? Ладно, нам, короче, вон туда сейчас надо пробежать. Я так чувствую. Да подожди, успокойся. Ох, там что-то аж взорвалось. Прикольная штука. Творит с ними страшные поистине вещи. Так, ладно. Хорошо, берем обратно щупала. Опять правая. Левая по жизни обламывается. Ай, блин. Так, короче, пришло время к пистолету. Валера, пришло твое время. Этот готов. А, вон еще один, понятно. Блин, что-то тут столько всего, и надо сказать, что персонаж застревает абсолютно в каждом, в малейшем объекте. Меня это раздражает нафиг. Я не могу идти, куда хочу. Постоянно за что-то зацепляюсь. Но, тем не менее, довольно-таки нормально все. Еще бы как-нибудь на какие-нибудь горячие клавиши повесили бы разные умения, потому что постоянно их листать — это тоже не очень удобно. Ну, нормально. Ладно, что-то я больно уж придираюсь. Я бы, честно говоря, охренел, если бы увидел такого уродца, вот как, каким я сейчас являюсь в коридоре. И вылетающие оттуда щупальца такие огромные. Ох, жесть. Так, твое сердце правый забирай. Правый мне больше нравится, он ушлый. Так, и мы, судя по всему, на второй этаж выходим. Тихо, аккуратно. Сейчас тебе будет засос на шее. Готов, там еще один. Давай, вылазь. Боишься?
Ладно, у меня есть лекарство от тишкизма. Закрутила карусель тебе. Бесплатный сеанс. Так, хорошо. Блин, столько всякого отстоя в карманах. Надо им как-то пользоваться, что ли. Вообще пистолеты пока что решают. Особенно два десерт-игла. Все, вроде не так уж и сложно было. Аккуратно. Уже чисто машинально рука тянется включить. Стремительный рывок, крик. По-моему, я все-таки переиграл с Карим уже. Так, хорошо. Ой, не так. Не та штука. Ну ладно, свет все равно потушило. Уже хорошо. Так, давайте используем камикадзе. Давай, камикадзе, иди воюй. Хорошо. Только никого не убил, что-то. Ну да ладно. Зато было весело. Прости, как говорится, но было весело. Карусель, бесплатный сеанс. Лично. Еще есть желающие? Прикольная штука, надо сказать. Что-то я и проникся. Так, тушим свет. Тушите свет, как говорится. Сколько продажных копов. Офигеть. Так, ну чё, братья, я думаю, ты у нас сейчас познакомишься с каноном. Так, канон, иди сюда. Канон, блин, переведи тоже. Ой, а тут тоже есть тот. Ой-ой-ой-ой-ой. Да падай ты, мать! Ладно, а это куда ведет? А там тогда что? Ой! Вот так встреча! Добрый день! Так, хорошо, что у нас здесь? Это, видимо, два пути обхода, что ли, как-то? И что? Вот это явно бани. А что у нас там, я, честно говоря, сказать затрудняюсь. Так, сауна. Че, все тут, что ли? Да, сюда мы чисто за вещью ходили. Ну ладно, позвоним потом. Будем надеяться, оно того стоило. Какой-нибудь смешной там диалог, чтобы был. Куча трупов. Опять правый ест, а левый только, блин, завистливо смотрит. Карусель, бесплатный сеанс, подходите, не стесняйтесь. Так, трейф вынесло, по-моему. Набираем тьмы. Она сильно помогает, с ней как-то все сразу стало очень просто. Не знаю, хорошо это или плохо, но... Для прохождения, наверное, хорошо, потому что чем меньше в нем смертей, тем интереснее это все смотреть, я так думаю. Хотя, смотря прохождение чего, конечно. О, Джекхаммер. Кейс, отлично. То, зачем мы сюда пришли, мы уже забрали. Хорошо, видимо, уходим. Вы получили чемоданчик, быстро убирайтесь оттуда и доставьте чемоданчик Батчеру, прежде чем до него доберется кто-то из Дэш Роуда. Ох, сколько тут оружия. Все незаконно спертые вещдоки, я так понимаю. Вещь. Че, мне обратно идти, что ли?
подождите. Обратно идти довольно-таки далеко. Может быть, я как-то отсюда смогу выйти? Хотя нет. Блин, там еще одна вещь, как ее взять? Давайте попробуем применить черную дыру. Но нет, ничего особо это не делает. И хрен с ней. Нет времени у меня на раздумье. Ой, пра-пра-пра-пра-пра, дедушка. Но это довольно далеко назад пилить придется, если я правильно все понимаю. Так, я слышу вертолет, это совсем хреново. Хотя посмотрим, как он подружится с черной дырой. Эта дверь не открылась у нас случаем? А нет, тут же у нас сауна была. Да. Ладно, все. Джек Хаммер, конечно, злая пушка. Так, камикадзе, ты нам нужен. Иди натвори что-нибудь. Спецназа не хватало. Иди воюй. Бляха. Не очень хорошо вышло. Так, пора вас познакомить с черной дырой. Бесплатный сеанс карусели, пожалуйста. Подходим, не стесняемся. Ушел вниз. Там еще один справа был. Давайте ему тоже сам покажем. Потому что со штурмовой винтовкой это, я думаю, ничем хорошим не кончится. Одна очередь, и мне капец. Холм оружия. Ганхилл перевеленул. Я с этих ребят, конечно, хренею. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мне нужно... Так. Так, тут есть кто? Ой. Иди сюда, дорогой. Хорошая штука. Зачет. Попитается маленько, пусть правая. Левая все у нас на диете сидит. Надо имена какие-то дать, а то левая, правая. Даже не знаю. Слева будет Акаки, справа Дормидонт. Как обычно, короче. Так вот, тихо. Как вы там на втором этаже-то появились? Добрый день. Ладно. С ней, конечно, как-то вся тактика пропадает. Мне похоже, он в ту дверь сейчас, да? Ой, блин, сверху стреляет. Давайте ему тоже подарим незабываемое ощущение. А тот бедолага еще и наверх полетел. Я вообще тебя не трогал. Давайте, кстати, попробуем. Возможно, его зацепило моей черной дырой. Скорее всего, нужно было запланировано разработчиками, что я... Добрый день. Что я использую черную дыру на вертолете. А так получилось, что он сам что-то полетал, полетал, повисел, повисел. И в итоге грохнулся. Так, хорошо, там что-то, блин, довольно серьезные силы уже стянули. Блин, да откуда вы беретесь? Да где это? Все, уходим нафиг. Что-то они, блин, появляются и появляются. Я, конечно,
Не все жираю. Познакомьтесь с моей приколюхой. Так, а тут у нас... Ладно. Так, да, короче, весь путь назад пришлось проделать. Ой, сколько вас тут. На халяву-то покататься на моей карусели. Ребята просто, блин, рухнули друг на друга. Давай, давай. Дормидон, блин. Оставь пока ты что-нибудь. Смотрите, а как и ни разу не кушает, да? Какой-то он забитый. Все, нафиг, уходим отсюда. Интересно, а на заброшенной станции они опять же будут, нет? Having set up most of Paulie's business in that regard for years. So I know when I'm about to be on the receiving end. Eddie's boys are gonna be out here intent on blowing my brains out. These fucking morons must think I was born yesterday. Такие дела. Было весело, было прикольно. Но я думаю, на этом мы завершим эту серию. В следующий продолжим выбираться. И сдается мне, что уже все успокоилось, и здесь погони не будет. Но не знаю, посмотрим, короче, увидим в следующей серии. И я надеюсь, в следующем мы доберемся до Шрота, потому что я хочу его крови. В принципе, на этом все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.